В конце концов, хуже уже не будет. Я никого не хотел видеть. Особенно мерзкую женушку своего домовладельца. Валерий, во вторник... Слушай, хватит, ясно? Рентой занимается Стив. Прибереги свою вранье для него. Внезапно появилась еще одна причина сбежать от нее. Мой организм переварил таблетку. Завтра, через неделю, через месяц. Мне надоело. Я получил удивительно мало информации об этой таблетке. Какие-то жалкие гроши. Если у тебя нет денег, устройся на работу, как все люди. Хотя бы курьер. А если это галлюциноген? Боже мой, если бы я каждый день слушал ее треп, я бы выбросился из окна. Ты меня слышишь? Ты понимаешь, мы вышвырнем тебя на улицу запросто. И вдруг тебе ясно? Я почувствовал. Я был слеп, но теперь прозрел. Филлипс, судья Верховного суда. Жизнь и приговоры. В чем дело? Что? Я тебе не нравлюсь. Ты считаешь меня конченным неудачником, который не платит за жилье. Ты мечтаешь, чтобы я покончил с собой, но ведь это не должно тебя так напрягать. В чем дело? Ну, тебя это не касается. Проблема на юрфаке? Откуда ты знаешь, что я на юрфаке? Обычно люди не ходят с книгой об умершем судье, от которой веет скукой и запором. Ты что, псих? Ты что, следил за мной? Я увидел книгу. Уголок книги. Как ты узнал, что это за книга? Я видел ее раньше. 12 лет назад в общаге я собирался заняться сексом. Ждал, когда девчонка вернется из ванны, надеялся, что у нее есть презерватив. Каким-то образом это все осталось в моем подсознании. Нужно было только спровоцировать мою память для того, чтобы я все вспомнил. Если ты пишешь работу, я бы не пользовался этой книгой. Тебя не спросили. О Гастингсе много сплетен. Интересный факт, он был абсолютно безграмотным. Это придает достоверности слухам, что один из клерков писал большинство его судебных заключений. Найди детей клерка, они с радостью все расскажут. Они такое расскажут, чего не знают. Информация никто. Из музейных буклетов, полупрочитанные статьи, какие-то документальные фильмы возникали в моем мозгу, перемешивая затем в шипучий коктейль полезной информации. У нее хорошо. Не было шансов. Ну, что ты предлагаешь? Над конспектом мы тоже потрудились. Через 45 минут работа была закончена. Валери была довольна. Дом. Это не мой дом. Кто будет так жить? Первая мысль – все сжечь. Но здравый смысл возобладал. Что это за таблетка? Я был предельно собран. Я не курил уже 6 часов, я не ел. Был таким воздержанным и чистым. Что это? Лекарство для тех, кто заботится о банальной чистоте? Я не был обкурен. Я не был пьян. Я был чистым. Я знал, что мне делать и как это делать.